Посол Таджикистана в Саудовской Аравии Зарабиддин Касими провел встречи с арабскими бизнесменами, сообщает пресс-служба Мид, от 6 октября. В частности, встретился с главой холдинговой компании Аль-Мамлака, принцем Аль-Валид ибн Талал ибн Абдалязиз Аль-Саудом. На встрече обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, изучения инвестиционных проектов и пути их реализации, сообщает пресс-служба Мид Таджикистана. Примечательно, что в Саудовской Аравии на государственном уровне принят ваххабистский мазхаб, то есть то же самое, что власти Таджикистана называют запрещенным движением салафия. Режим Рахмона приговаривает длительным срокам заключения каждого приверженца данного исламского течения. В итоге получается, что таджикский режим Лицемерно обращается за материальной помощью к тем, кого считают экстремистами и чьих единомышленников подвергает жестоким репрессиям. Вместе с тем и саудовцы не могут не знать о преследовании салафитов в Таджикистане режимом Рахмона и тем не менее продолжают вести с ним дела и укрепляют отношения.